Что ты меня путаешь с этим делом бандюганом? Да ты похож на него сзади. Вот именно что сзади. Будешь кушать? Ну, ты так внезапно спрашиваешь. Да конечно, иди сюда, на. Киса, киса. На, хочу. Киса, киса. Ну, я тебе как это, с волком. Ну, не. Иди сюда, в тарелочку, на. Киса. Ну, киса, а что ты с глазиком? Подрялся, подрялся. На, иди сюда. Ну, перекуси. Ну, какой ты, а? Что ты, перекусить хочешь? Перекусить хочешь. Что перекусить? И что? А чем? Чем? Вон, мои дружки. Не, вот поэтому я сюда пришел. Да. Ты ко мне ничего перестал захаживать. Такая жизнь. Ну, жизнь такая, понятно, захаживать почему перестал. А, как мне еще быть? Приходится шататься. Да? Ну, давай. Шатайся. Даже мне шатун. Она снимает. Ну и что? Пусть снимает. Ему же нужно на корм деньги иметь. Вот он, давай, постараемся. Друг другу можно начистим и все. Ну давай, попробуй. Ты кто первый? Я первый или ты первый? Ну, можно и я первый. Ну, может, я первый? Нет, я. Я давай первый. Сейчас тебе дам тюнгель и все. И будет 1 000 000 просмотров. Чуть мало. А, ну, на корм хватает. А жилище нам строить. Жилище. Тогда получить тебе нужно много раз, чтобы жилище было. Ой, действительно. Ну давай, попробуй. Дай мне в тюнгель. Несколько раз. Сейчас я дам ему дюнгель, а потом жилище будет. Давай. Ой. Ой, драчун. Ну и? Развязка когда будет? Не знаю, где-то жрать пойду лучше, наверное. Ты зря морду поворачиваешь, драчун. А то он сейчас тебе начистит. Не, начистит? Каким образом? Ну таким. Или ты сам его начисти? М? Я себя, наверное, начищу ему. Так начисти. Поэтому ты отказался кушать. И от семейки. Я убивал. Кого ты убил? Ты привел? Не, привел. Зачем так можно делать? Он же сейчас тебе дюндель даст. Я специально ему провоцирую, чтобы он дюндель дал. А то мне не очень хочется ему дюндель давать. Что, друган твой? Не. Братан. А, братан? Ну да, судя по пятнам, это твой братан. И давай, закругляйся давай. Чё, вообще, быстрее дюндель дай всего. Не хочу я тебе дюндель давать. Брательник, зачем я тебе дюндель давать? Ну тогда дюндель я уйду. Ну иди же близко тебе поцелуй морду. Давай, в лобешник, шмяк мне всего. Не очень хочется. Да шмяк мне в лобешник быстрее. Чего мне долго ждать, а? Тоже мне. Весь аппетит испортил. А что ты хотел? Друга на лобешник. Ну, ради просмотров можно в лобешник. Папа, папа, что он тебе делает? Нормально все, зарабатываем. Зарабатывает они, а? Ты хоть и не зарабатывает, сразу. Папа, все нормально? Маму звать? Нет, иди домой. Хорошо. Вот видишь, за тебя дети беспокоятся. Не, мы услышали его вопли. Да он просто зарабатывает. Так, затянулось ваше зарабатывание? Чеши, драчун. Ай, киса. Иди. Бай-бай.